В этом году 100 лет со дня рождения государственного общественного деятеля Конспека Казантаева. В Шиерийском районе состоялась познавательная конференция о жизни и деятельности гражданина, чья жизнь стала примером беззаветного служения стране и народу. Золотыми буквами вписано в летопись края имя государственного и общественного деятеля Конусбека Казантаева. На фронт был призван в 19 лет. Прошел всю войну. По возвращении домой, засучив рукава, взялся за работу. Был первым секретарем райкома в партии Тернюзекского Жалагашского районов. Благодаря организаторскому таланту неизменно под его руководством районы выходили в лидеры. Вместе с тем, это был человек с большим сердцем, высокими нравственными установками. В качестве руководителя района он предъявлял высокие требования каждому кадру. В течение года выводил район из отстающих. Мой отец Абиш всегда тепло отзывался о нем, восхищался его деловыми качествами, трудолюбием. Конуспек Турешел воспитал целую плеяду достойных учеников. Среди тех, кто прошел его школу, известные государственные и общественные деятели: Селибек Шаухаманов, Самид Далдабаев, Алмагуль Божанова, Дариға Ахмагамбетова, Кужахмет Баймаханов, Жахай Ботхбаев. Я вырос на рассказах о Конуспеке Ага. Мой отец проработал с ним около 10 лет, и с его уст не сходило это имя. Отец рассказывал о его трудолюбии, требовательности и справедливости, о его огромном уважении к людям труда. На примере выдающихся личностей учится молодежь. В ближайшие дни конференция о жизнедеятельности Конуспека Турешелы будет организована и в областном центре. Родион Лебедев, Ельдос Асан, Бауржан Кожамуратов, Тархан Туксиит, телеканал Кызылорда.